Хочу вам показать, как примерно на мне будет эта туника. Ну вот. Что? Белые штанишки здесь лежала. Ну, я как бы не на подиуме в повседневной жизни показываю. То есть еще один ряд будет мотивов. Как раз она будет по длине, сочетается с белыми штанишками. Не знаю, мне кажется, нормально. Так что я, конечно, тут не довязала. Где-то примерно вот так. Вид у меня немножко помятый, потому что еще утро. Еще не пришла в себя. Всем привет. Я показала квартиру. И иду опять в путь. Я говорила, что мой внучек так говорит. Спрашивает, ты куда пойдешь? Он говорит, в путь. Вот и я иду в путь. На улице у нас сейчас благодать. Только ходить и гулять после такой жары. А сегодня первый день. Прям вообще замечательно было ночью спать. Но я, конечно же, не спала из-за того, что дети только 11:30 доехали до гостиницы, которую они по пути арендовали. Они еще не доехали, им еще ехать 5 часов. Сейчас время около 12 часов. Нет, уже, наверное, первый час. Вот. И им еще ехать, наверное, часа 3-4. Они говорят, что там пробки. Поэтому в горячем ключе они там стояли. И говорит, еще где-то там видели пробку. Вот, поэтому для тех, кто не в теме, мои дети едут на море, а потом с моря приедут сюда, ко мне. Ну, ко мне, к Сашиным родителям. Саша это мой зять. Вот, и они туда едут на неделю, дня 3-4 побудут здесь. Вот, у Саши отец после инсульта, поэтому они проведают его часто. Вот, так что пришли, посмотрели квартиру. Вроде как квартира понравилась, но сказали, будут думать, потому что, конечно же, я много не уступаю в связи с тем, что у меня встроенной мебели много, и я такие затраты сделала. Вот. И у меня не совсем в хорошем состоянии ванна. Ну, я все это озвучивала, все сказала. Мне же нужно купить квартиру после продажи этой. Вы задавали вопрос, видимо, те, кто... Ну, не знаю, чем слушает меня, что я 5 лет уже продаю квартиру, потому что она на 5-м этаже, и я хочу поменяться на этаж ниже, в связи с тем, что у меня квартира в центре, в самом прям центре, и это у нас новый город, наш город делится на старый и новый город. В старом городе квартиры подешевле, в новом подороже, ну и в центре, естественно, еще подороже. Поэтому даже при всем при том, что у меня 5-й, 5-й, у меня сравнительно недешево стоит квартира. Ну, если сравнивать с другими ценами. Я хочу ее продать и купить в старом городе подешевле, этажом ниже. Вот, и... Ну, хочу так продать, чтобы эту продать, а купить этажом ниже. Ну, и чтобы она уж не совсем была убитая. Хотеть не вредно, но посмотрим, как получится. Говорят, думать нужно про это, да, говорить нужно про это, нужно что-то делать для того, чтобы это осуществилось. Вот я, собственно, и занимаюсь этим. Если раньше, допустим, мне квартиру даже вообще невыгодно было, не так сказать, в выгодном свете показать не было чего, да, то сейчас, конечно, я сделала фотографии, и после того, как я выставила с фотографиями квартиру, мне стали звонить агентства, а до этого я ходила без фотографии, ну, как бы в агентство подавала заявку на продажу. Звонили, все, но даже смотреть не приходили.
Вот. Ну, будем надеяться, что начало положено, и может все-таки мне удастся что-то сдвинуть с мертвой точки. Еще хочу сказать, что у нас город в 15-километровой зоне от нас атомная электростанция ростовская, от Волгодонска 15 километров, но называется ростовская. Вот, в общем-то, люди как бы все стараются отсюда, тот, кто может, уехать. Вот, а кто не может, вот как бы покупает и продает. В связи с этим у нас недвижимость, и вообще сейчас, мне кажется, рынок недвижимости стоит на месте. А когда я приехала сюда, с Москвы, то выставляла первоначально за 1,5 миллиона квартиру. Ну, такая стоимость была. А сейчас вот я выставила за 1,1 миллиона с мебелью. Но планирую купить, вот я смотрела, можно за 800, за 900 купить квартиры такие более-менее, но, конечно, старый фонд, скажем так, это дома еще не знаю каких годов. Ну, вы знаете, раньше-то строили, конечно, не так, как, допустим, сейчас, хотя не факт, не знаю. Не могу ничего сказать. Я знаю, что я жила в старом городе на Донском. Там хорошие двухэтажные дома. Вот. Ну, естественно, я не хочу ни первого, ни последний. Хотелок-то у меня много. Ну, сказала агенту, что буду рассматривать все варианты. Буду предлагать, буду смотреть, буду ездить. Когда-то я знала все планировки, потому что было свое агентство недвижимости. А сейчас, конечно, уже все подзабылось. Вот. Так что вот такие вот дела. Ладно, пойду я потихонечку, а потом еще с вами поговорим. В общем, дорогие друзья, ходила по всей квартире с камерой, чтобы было побольше света, но в связи с тем, что у нас сегодня немного пасмурно, и света маловато, несмотря на то, что у меня света, дай боже, сейчас. Не знаю, как будет на видео видно, но, в общем-то, как есть, так и есть. Хотелось, конечно, получше, чтобы было, но я почему хотела, чтобы получше было? Не знаю, видно или нет. В общем-то, я сегодня к вам опять с распаковкой Faberlic. И хочу с вами очень-очень поделиться тем, что мне понравилась тушь. Я выбрала вот такую тушь. Не знаю, там правильно я вам показываю. Вот так, наверное, надо показывать, да? Чтобы у вас все это было видно. В общем, не знаю. У меня же проблема с ресницами. Я говорила, что у меня поросячьи реснички, да? Мало того, что они белые, так они же еще коротенькие. У поросят-то они длинные, а у меня-то короткие. А еще, видимо, из-за того, что уже старею, они у меня лысеют. На вот этом глазе, по-моему, да, на этом глазе вот просто нет одной ресницы. Вот понимаете, вот не хватает промежуток какой-то между ресницами. Я сейчас пыталась как-то там сделать так, чтобы это было незаметно. Вот что называется, и смех, и грек. Ну, что сделаешь? Ничего не сделаешь. Я сегодня в мандаринке. Давно ее не одевала в связи с тем, что она у меня такой осенний-весенний вариант, она с рукавом короткий, ну как, чуть ниже локтя. Ажур идет по низу, но в ней жарковато из-за того, что она длинная. Я вязала ее, как видите, очень плотно. И если ходить 40-градусную жару, то ходить в ней просто невозможно. Вот, поэтому она ждет своего времени. Вот так выглядит сама тушь.
очень замечательная кисточка, что мне порадовало. Вот такая она, знаете, расчесывает очень хорошо реснички. И она называется удлиняющая. Ну, по крайней мере, когда я выбирала, было написано, что она удлиняющая. И вот я ее для получения более выразительных глаз, удлиняющая тут. В общем, я не взяла, как всегда, забыла очки. Но вы можете пройти по ссылке под этим видео. Кстати, по этой же ссылке, если вы зарегистрируетесь, вам будет 20% скидка на всю продукцию Faberlic. Более того, там все время происходят акции всевозможные, да. Вот в рамках такой акции я этот раз выбрала 233 рубля стоил порошок. Я не знаю, он и продолжает стоить столько. Вам просто нужно зайти и посмотреть. Если, допустим, сегодня он столько не стоит, то нужно просто вам подождать, и через время будет какая-то опять акция, и он станет дешевле. Этот порошок для цветного белья я покупала для белого белья, потому что у меня белого белья было гораздо больше, чем цветного. Сейчас в связи с тем, что я накупила простыней на резинке, а они все цветные, я решила, что нужно приобрести такой порошок, что я и сделала. Девочки, вот уже говорила, но для тех, кто вновь присоединился и будет смотреть эту распаковку, хочу сказать, что у меня вообще проблема с тем, что я очень аллергична. Вот сейчас накрасила реснички и думаю, хорошо, удлиняют все, но будет ли у меня аллергия на эту тушь? И прям сижу и думаю, хоть бы не было, хоть бы не было. Вот, ну вот чувствую, что вроде бы как пока нет. У меня обычно сразу начинают чесаться глаза. Но еще хочу сказать, что я уже не первой единицей продукции пользуюсь с компанией Faberlic, да, и у них как бы гипоаллергенные продукты. Поэтому, ну, я надеюсь, что все у меня будет хорошо. Вот, так вот, по поводу порошка. Я какой порошок только не покупала, пользовалась раньше. Раньше когда-то, когда у меня еще не было аллергии, я могла пользоваться любым порошком. А потом в какой-то момент настал такой час, скажем так, что у меня вот произошло что-то с организмом, и началась у меня аллергия. Вот, и когда мне предложили сотрудничество, и я, естественно, выбрала порошок, потому что мне посоветовали мои добрые подписчики, сказали: «Ирина, выберите себе обязательно порошок, потому что, говорит, очень-очень хороший». Я согласна. Более того, моя дочь, я ей тоже дала одну упаковочку, она в восторге. В общем, она в восторге тоже от всей продукции Faberlic. Это не просто слова из-за того, что я вот хочу вам прорекламировать, для того, чтобы вы бегом бежали и покупали. Это на самом деле. Да, конечно, решать вам самим, покупать, не покупать, но я вам очень рекомендую, потому что вот такая упаковочка заменяет 3 килограмма порошка. Вы сами знаете, сколько сейчас стоит порошок в магазине, тот же Тайд и так далее. А это 233 рубля, 3 килограмма, разве это дорого? Я считаю, что это недорого. Вот, это цветной я купила. Купила, выбрала, ну да, своего рода купила. И вот для белого белья я здесь универсальный порошок я выбираю.
Он как и для белого, так и для цветного белья. Вот. И это еще раз я выбрала для моей дочери. Они скоро приедут, вы же все знаете, поэтому, чтобы лишний раз мне потом не ходить по ссылке ей не отправлять, я решила, думаю, я сейчас возьму, чтобы она забрала, когда приедет с собой. Дети мои доехали благополучно, я теперь выдохнула. И, как видите, с хорошим настроением сижу, представляю вам продукцию Faberlic. Дальше что? Дальше, опять же, по той причине, что приезжает мой малыш, мой любимый Заинька, я выбрала вот такие салфетки детские, отсвечивает, наверное, да? Значит, детские влажные салфетки с экстрактом календулы, пантенолом и витамином Е. Ну, не секрет, что наши малыши, они носятся, да, падают и так далее. И вот для таких целей, ну, по крайней мере, я так подумала, что вот в прошлый раз они приезжали, там вот идет, там упадет, ручки раз ободрал, там все, а будут спасать такие салфеточки. В прошлый раз не носила с собой, не знаю по какой причине. Пусть там какое-то время он у меня побудет, но, как говорится, я себя так подстрахую. Взяла такие салфеточки для малявочки моего. Здесь 50 штук. Тоже написано, что они гипоаллергенные. Вот. Дальше. Продолжаю показывать то, что я купила, выбрала для моего малявочки. Это у нас мыться и веселиться. Мои любимые занятия. Гель, пена для ванны и душа. Кошка. Манго, что ли? В общем, посмотрите сами. Вот. Это гель для душа и для ванны. Вот. Малявочка приедет, будет купаться и заберет с собой. Вот. Такое замечательное оформление. И я понюхала, вы знаете, бесподобный запах такой, который, я думаю, будет нравиться детям. Так, смотрим, что еще я тут для малявочки выбрала. Это вот такой шампунь, бальзам. Вот. Я не могу сказать, что не любит наш малыш мыть голову. Он вообще, у нас же рыбка, он вообще любит купаться. Это, я не знаю, если бы его не вытягивал с ванны, он там, наверное, бы и жил. А сейчас дочь говорит, что приехали, увидел бассейн и думает, что это море, уже срочно нужно бежать. Вот. И получается, что это для, два в одном. Ну, в общем, вот, так, вот такая упаковочка. Если вы захотите, вы тоже сможете пройти. Вообще очень дешево, что-то до 100 рублей стоит. И, в общем, здесь еще вот 3+. Это значит, ну, возраст наш подходит уже к 3. Поэтому я думаю, что ему будет в самый раз. Я этот раз не очень много выбирала, поэтому мы с вами быстренько сейчас закончим. Взяла вот такой ночной крем для ног. Так, что у нас тут? Комплексный уход называется. Экстракт хлопка, масло чайного дерева. Вот. Ну, не знаю, как он будет помогать, не будет помогать. Я хочу сказать, что в прошлой распаковке я себе брала крем для ног, который непосредственно винотоник. Мне он хорошо помог. Но у меня его еще как бы немножко есть, поэтому я этот раз выбрала попробовать еще это. Вот. Значит, я уже вам представляла вот этот вот крем, который я вообще очень полюбила. Этот раз я выбрала его как в рамках сотрудничества. Мне этот крем, я его выбрала. Я не знаю, к
чтобы не, не отсвечивало там, где вам показать. Вот тут, наверное, да? Ну, опять же, можно пройти на сайт и посмотреть, вот так выглядит упаковочка. Вот. А второй крем я выбрала на подарок. То есть там есть бонусная система. И за каждую покупку начисляются баллы. И вот за эти баллы мне вторая коробочка досталась бесплатно. То есть очень выгодно приобретать продукцию Faberlic. Вот. Ну и крайнее, не последнее. Еще раз выбрала посудомоечные таблетки. Очень понравились дочери. И я уже вам про них рассказывала. Говорит, посуда просто замечательная. Вот такие вот таблетки для посудомоечных машин называется. И все подробное. Всю информацию подробную можно, опять же, почитать на сайте. Эффективно очищает, придает блеск, не требуется, так, не... И ополаскивание не вижу, там не отсвечивает. Ну, в общем, вы можете там посмотреть. Так, этот раз я еще выбрала... Вот такой пятновыводитель жидкий. Я выбирала сухой в прошлый раз, но я его отдала дочери. А этот раз выбрала для себя жидкий вот такой пятновыводитель. Я так понимаю, что они практически одинаковые, но пятновыводитель работает на ура. Я, опять же, могу ссылаться на впечатление дочери, потому что... Вот видите, как свет. О. Потому что она рассказывает, что она ходила в футболках на улице. Ну и, естественно, от дезодоранта остались там желтые пятна. Она говорит, пробовала разным порошком, даже в био замачивала. А говорит, и какое же было мое удивление, говорит, когда я просто порошком замочила вот от Faberlic в начале, а потом добавила пятновыводитель. И говорит, все идеально отстало. Все идеально. Так что вот могу говорить только то, что уже опробовали. Я всегда говорю, что если я просто вначале показывала, я говорю, не знаю, не пробовала, а здесь попробовали. Значит, вот такая, в такой вот упаковочке, вот такие замечательные носочки. Эти носочки, в общем, как слитки. Тот, кто со мной давно, тот знает, что у меня небольшая проблема. Вот они вообще незаметные. Но мне кажется, что они мне будут малые. Потому что нога широкая у меня. Хотя не факт. Не факт. И здесь, вот смотрите, силиконовые насадочки. Или как полосочки. Полосочки. Они прилипают к пятке, чтобы не... слазили. Представляете, насколько продумали вот такие следочки. Конечно же, я их померяю, покажу вам, не покажу, а расскажу вам, как они у меня поведут на мне. Скажем так, ой, тут собрала все в кучу. Так хочется, чтобы они были нормальные. Ну, посмотрим. Я выбрала, там есть одинаковые, есть черные даже, а я выбрала трех видов. Вот. Особенно хорошо деткам. Такой хлопок хороший, представляете? Вот прям хлопок-хлопок. Вот. Поэтому, если мне не подойдут, подойдут 100% дочери, так что они мне не будут лишние в любом случае. Вот.
Ну и это все по поводу того, что я выбрала на сегодняшний день. А у нас новый каталог, каталог, который мы с вами сейчас посмотрим ближе. Итак, дорогие друзья, прежде чем мы дальше продолжим смотреть наш каталог, я хочу сказать, что я примерила следочки, мне они подошли, вы не представляете, как здорово они сидят, это мое спасение, это просто мое спасение. Какая я молодец, что я их выбрала, прям вообще все отлично. Так что, девочки с проблемными ногами, заходите и берите себе. Так, что нам тут обложечка говорит, что у нас эффект soft matte, да, или я, в общем-то, по-английски не читаю, но пытаюсь, да? Яркость в одно касание, цвет, и это у нас каталог 13-й, помада ярче любого сюжета, вот так вот. Как всегда, очень красиво представлен каталог. Замечательная девушка с такой яркой помадой. Да? Очень. Помада прям как у меня. Я люблю такие яркие тона. Нужно будет присмотреться к ней. И, может быть, даже попробовать. Вот такие всякие оттенки помады. Помада стоит 400 рублей. Цвет в высоком разрешении. Так, что это у нас? Скидка 250 рублей. При заказе и оплате товара на каждые 999 рублей по каталогу номер 13 получите скидку 250 рублей. В каталоге номер 14. Вот так вот. Так, что здесь у нас? Здесь продолжает рассказывать о помаде. Также у нас здесь палета с пудрой, тушь и карандаш для бровей. Всем этим я пользовалась, могу сказать, что мне подошло все. Но у нас вкусы разные, да, у всех. Оттенки любят все, кто какой свой, да, поэтому выбирать в любом случае вам. Эффект зацелованных губ. Вот так помада, видите, какая? Вот так вот. Не абы что. Это, видите, тени, карандаш тени. Здесь у нас продолжает рассказывать о подводках. Подводкой тоже очень довольна. Вот замечательный блеск для губ. Ну, губная помада. Матовая революция. Вот такая помада моя, которая у меня на губах. Масло помадного дерева обладает мощным увлажняющим действием и защищает губы от лучей и фотостарения. Понятно? Ой. Такой прям парад помад, тени. Для тех, кто любит яркость, да, вот, пожалуйста, палеты разных оттенков. Любой выбирайте. Массовая текстура ложится идеально ровно, обволакивает ресницы и придает им насыщенный черный цвет и максимальный объем. Замечательная тоже тушь.
Это вот такая тушь, которую я вам сегодня продемонстрировала. Гелевая стрейч текстура для стайлинг эффекта. Тушь удлиняет, приподнимает и фиксирует ресницу. Вот я про нее вам сегодня рассказывала. Ну, по поводу вот это матовый финиш, легкое покрытие, эффект Soft Focus визуально скрывает несовершенство кожи. Этим я тоже пользовалась, только у меня оттенок другой. Я его, кстати, могу показать. Вот он. И, значит, про этот тональная сыворотка, а есть тональный крем. Я тональным кремом этим тоже пользуюсь, мне он очень нравится. Значит, пудрой пользуюсь нечасто, пользуюсь ей в основном зимой, потому что сейчас лето, вы сами знаете, что летом пудрой просто невозможно пользоваться, она вся стечет сразу же, по крайней мере у нас. До последней помады, которую вот я сегодня вам показала, я пользовалась вот этой помадой, говорю, туши. Пользовалась вот этой тушью очень замечательно красит. Такой тоже у меня есть карандаш для бровей. Такой гель, не гель, а средство для снятия макияжа. Я тоже бережный демакияж глаз. Я тоже про него вам рассказывала, пользуюсь им. Запеченные тени. Это вот тоже эталонный тон. А здесь получается что-то новинка какая-то. Я таким тоже пользовалась, только у меня тона немножко другие, или упаковка здесь другая. Лак для ногтей. Карандаши. Видите, всякие карандаши. Расцветка разная. Ну, помады, конечно, какие хотите, какой хотите тон. Вот такая у меня. Туши разные, приразные. Румяна, видите, такие шариковые. Очень рекомендую тот, кто пользуется макияжем, да, или делает себе макияж, обратить внимание на кисти. Замечательнейшие кисти. Вот этот набор. Прекраснейший набор. Просто вот я в восторге от него. По поводу аромата, это отдельная тема. Я уже вам говорила. Выбирайте, приобретайте пробники для того, чтобы, как говорится, не купить большую упаковочку, и потом вам, допустим, аромат не подошел, да? Или запах, или аромат. Вот, а потом выбираете. Причем вот, ой, товарищи, как пахнет, странички надушенные. Так, это что у нас? В плену искушения, пробудить чувствительность, открыть новую грань своей красоты, роковую, притягательную в объятиях этого искушенного аромата, ты самая женственная. Вот. Видите, какая красота. Цветочный аромат. Это мой аромат. Люблю цветочные ароматы и вообще цветы люблю. Ой, как же пахнет, товарищи. Просто я вообще не знаю. Вот такой тоже я выбирала. Это цветочный аромат. Здесь цветочно-фруктовый. Очень мне понравился. Но про то, что от Юдашкина роза, я вообще... Тут даже слов у меня не хватает, чтобы этот аромат описать. Мужские запахи, да, или ароматы всевозможные. Здесь... крема для бритья, бальзам после бритья, гель для бритья
и шампунь, все, что хотите, можно пройти, выбрать дезодоранты, всевозможные разные линейки. Вот подобраны по ароматы бестселлеры для него и для нее. Вот понятно. Ну, а здесь уже пошли крема. Сыворотки, крем для лица и шеи, пилинг и так далее. И вот разные фирмы, разные линейки. Не фирмы разные, а разные линейки представлены. Программа и сияние и обновление кожи. Видите? Себо-баланс, вот называется как. Я, кстати, хочу сказать, что я пользовалась сыворотку, да, сывороткой. Но что-то я как бы один раз, вот у меня она закончилась, и все, я перестала ей пользоваться. Наверное, нужно еще попользоваться, а то что-то выпадает у меня. Ресницы. Это для идеального тела, всевозможные скрабы и так далее. Каскадное увлажнение, лифтинг, восстановление, моментальное глубокое увлажнение кожи. Видите, всевозможные технологии для красоты кожи. Океан. Вот эта упаковочка, это патчи. Патчи – это такие накладки, особенно под глаза. Вот эти вот концентрат для кожи вокруг глаз. Вот этот тоже Варио, хорошая линейка. Моя дочь полюбила вот эту линейку. Маски. Это у нас гиалуроновый гель с алоэ. Уход по-корейски. Витаминный комплекс. Новинка. Ночная маска желе. Ясно. Здоровая кожа. От Биомика. Биомика, наверное, так надо говорить, да? А вот это то, что полюбила я. Вы знаете, я прям заметно увидела изменения на своей коже, что называется. И расход такой, вроде бы как упаковочка небольшая, но расход у нее вот прям вообще, что называется, экономный. Все это, как я уже говорила, можно пройти посмотреть на сайте. Точно так же они разнесены. Можно увидеть и как в комплексе, так и по одному. Вот твоя минутка тишины, масочки какие. Гигиена. Опять же, здесь у нас... Если есть проблема, есть решение, всевозможные помощники и для зубов, и для полоскания рта, и так далее, и так далее. И для гигиены тела, для ножек. Гигиеническая помада, крем. Вот этот крем бесподобный. Просто я вообще от него в восторге. Зубные пасты, дезодоранты. Чисти зубы по науке. Зубная паста.
пошли всевозможные гели, смузи. Эта линейка тоже замечательная. Люблю крема для тела этой линейки. Витамания. Вот этот. Рекомендую комплекс этот. Это просто высший пилотаж, назову я это так. И крем питательный для рук, и гель для душа, крем-гель для душа, и жидкое мыло. Всем этим я пользовалась. Ответственно могу сказать, что очень замечательная. Вот это вот у них новиночка, но она здесь с добавлением меда. Я глаз-то на него положила, но потом, когда увидела, что с медом, думаю, нет, это ж у меня аллергия на мед. Вот такой тоже я пользовалась. Сейчас ванилькой пользуюсь, вот таким шариковым дезодорантом. Это тоже линеечка мне нравится. В общем, мне нравится все у них. У них мне нравится все. Пошли шампуни, бальзамы для волос, краски. Так, это у нас ампульный концентрат. Это мгновенный результат и пролонгированный эффект. Цены, как видите, довольно-таки приемлемые. Ну, пожалуйста, для покраски здесь всевозможные приспособления, и накидка, и набор для окрашивания. Лапусики какие, да? Вот, кстати, то, что я выбрала для своего мальчика. Вот это шампунь. Полный здоровый рацион на каждый день. Коктейли, видите, всевозможные. Шейкер. Это вот упаковочка для коктейлей, да, дома развели, и можно его взять с собой. Это сухая смесь. Подсластитель. Батончики. Я, кстати, батончик еще не попробовала. Каждый раз что-нибудь мне мешает его попробовать. И, в общем-то, и вот биодобавки я тоже не пробовала, потому что мне сказали, что надо повременить хотя бы недели две, а потом начинать принимать. Ну, уже скоро пройдет. С понедельника начну принимать. Фиточаи. Все для наших шеи, головы, спины и так далее. Вот этот порошок тоже вам рекомендую. Я им пользовалась в рамках сотрудничества. Я как бы протестировала его. Мне он очень-очень понравился. И отбеливатель тоже. Эффективная стирка даже в жесткой воде. Это действительно так. Ну, про посуду это отдельная тема, потому что, чтобы что-то про нее говорить, это нужно ей попользоваться. Могу только сказать за сковороду гриль. Бесподобная. Я уже вам показывала свои художества, которые я приготовила на сковороде гриль. Очень замечательная. Ну, здесь очень много всяких приспособлений. То есть, вот и ножи, и нарезки. Тендезер для мяса. Вот такой дуршлаг складной. Такие кухонные приспособления. Деликатная стирка. Это порошок, который показывала я вам сегодня.
нежный аромат и ополаскиватель, отбеливатель, пятновыводитель, чистая посуда. Я тоже вам говорила, что очень мне понравился концентрат такой, мыло для кухни. Ну, конечно, чистящие крема, освежители воздуха, тряпочки всевозможные, шторы, полотенца. Вот такие наборчики для ванной симпатичные, да? Стильные детали интерьера ванной. Для нашей обуви средства по уходу. Вот тоже как бы комплексы. Белье, бесподобное белье. Утягивающееся. Мужское. Вот эти следочки, про которые я вам говорила. Очень замечательные. Мне понравились. Здесь также можно колготки приобрести. Такие выбирала я. 269 рублей. А без узора 249. У меня без узора, а с узором 269. Ну, пошла одежда. Водолазочки. Всевозможные полуверы. Костюмы. И брючные. И юбка, и платье, офисная одежда, это вечерние такие платья замечательные, и комплекты, и офисные на выход. Приближается осень, и здесь вот уже пошли ветровочки, плащи, обувь, симпатичные сапожки, полусапожки, джинсы марки Denim, юбки, обувь для прогулки, малявочки такие замечательные, какая коллекция яркая, ух ты, прям вообще. Футболочки и юбочки, и спортивная одежда. Вот. Все, что хотите для девочек, для мальчиков. Еще раз повторяю, все это вы можете посмотреть на сайте, пройдя по ссылке, которая будет под этим видео. И тем, кто зарегистрируется, пройдя по этой ссылочке, будет 20% скидка. Вот. Линчбокс. Термосумка и так далее для деточек. Ну, конечно, книги. Про них я вам тоже рассказывала. Можно тоже посмотреть. Книги «Проект счастья». «Закончи то, что начал». В общем, такие книги, которые наводят на определенные размышления. Написанные книги, которые вдохновляют. Ну и акция для новых покупателей. Присоединяйтесь с 31 по 20 сентября и получите подарки. Ну вот такой каталог.
Дорогие друзья, на этой ноте я буду заканчивать свой влог. Желаю, как всегда, вам всем всего-всего самого наилучшего, побольше красоты в вашей жизни, и чтобы она вас радовала и украшала. И, конечно же, здоровье. Когда будет здоровье, то будет хотеться что-то сделать для себя, для других. Легких ровных петелек тем, кто вязал сейчас. Ну, а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.